Количество автомобилей в Анапе уже давно превышает количество парковочных мест. Особо изобретательные водители приспособились оставлять машины прямо на газонах. Это нарушение правил благоустройства, грозящее штрафом. Парковка на клумбе обойдется автомобилисту от 1 до 5 тысяч рублей. Специалисты муниципального контроля также рассказали жителям курорта, почему необходимо восстанавливать испорченные газоны общими усилиями. На плитку положить? Нет, плитку не надо. Нужно вспахать, провести культивацию. Решили этот вопрос. Надо устроить. Вот красиво выглядит наш город. Паркуя машины на газоне, автолюбители превращают зеленый уголок в вытоптанную площадку. А вот восстановление ложится на плечи городских служб и местных жителей. Видите, цемент делают так, да. Тротуар, понятно. Да. А там что? А вот это все газон. За 3 месяца за парковку в неположенных местах было оформлено 11 штрафов. Специалисты фиксируют нарушения, дату, адрес и номер машины и направляют водителю уведомление о составлении протокола. Сумму штрафа рассматривает административная комиссия. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа регион.